В Маргилане завершился 5-й международный фестиваль «Атлас Байрам». Мероприятие было направлено на поддержку творчества, сохранение и популяризацию узбекского текстиля. В международном фестивале «Атлас Байрама» приняли участие дизайнеры, искусствоведы, представители культуры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Малайзии, Индии, Турции, Латвии, Монголии, Италии и других стран. В первый день фестиваля прошли выставки изделий народных промыслов, мастер-классы ремесленников, показ мод дизайнеров Центральной Азии. Во второй день прошла научно-практическая конференция на тему «Роль традиционного текстиля в современном мире». Мы организуем тренинги по продвижению «Атласа». Стараемся дать ремесленникам знания и навыки, соответствующие мировым стандартам. Уже видим хорошие результаты. За прошедшие 4 предыдущих фестиваля они получили достаточно знаний. Кроме того, мы работаем над распространением тканей в стиле икат. Церемония закрытия 5-го международного фестиваля состоялась в Маргилане. В ходе мероприятия были объявлены победители в 14 номинациях, таких как новая интерпретация традиции узбекской вышивки, возрождение традиционного искусства, сохранение бухарского ювелирного дела и других. Представляю коллекцию «Девятая планета». Это из Калифорнийского университета я создала новую планету. Представляю материалы ткани. Я пользовалась шелк итальянское производство. И хотелось бы, конечно, сотрудничать. Мы очень много информации получили и везде все сами с организаторами посетили. И настолько много работы, такой большой труд делается. Очень довольны, очень довольны. Это нужно мирового масштаба теперь поднимать. Завершился фестиваль театрализованной концертной программы, где демонстрировалась легендарная история шелка. Напоминаем, что следующий праздник «Атласа» планируется провести в 2024 году.